Приветствую вас, друзья! С вами Варчик. Сегодня я вам хочу рассказать про свой, наверное, самый любимый танк в игре. Я даже не подозревал. То всякие там паттерны, то MX-30, то какую-то введут имбу, либо новую ветку с имбой, либо еще что-нибудь. Ну она вот она, имба, и любимый танк под рукой всегда. Оказывается, это просто Е-50, про который немного все забывают. Очень старый танк, никогда ничего в нем не менялось. Тупо идеальный. Не знаю, как вообще можно переставать играть на этом танке. Сколько раз я за него садился, столько раз и получал удовольствие. Какой бы рандом и какая бы игра не была убогой, садишься на Е50, и это какой-то отдельный свой мир. Отдельный свой какой-то геймплей, вообще другой World of Tanks. Игра воспринимается совершенно по-другому. Да, выскакивают такие вот турбосливы, турбопобеды иногда. Но ты их меньше замечаешь на Е50. Пожалуй, у других танчиков, даже у имбовых, всегда есть какие-то минусы. То он не едет, то не видит, то стабилизации нет, то еще чего-нибудь. Везде что-то куда-то кому-то не хватает. У Е50 есть все. Есть броня, которая танкует. Да, есть уязвимые места, но они есть у всех. Есть обзор. Есть подвижность кое-какая, может разогнаться, еще и таран какой бешеный. И изюминка на торте у этого танчика — это орудие. Великолепная стабилизация и точность. Он практически готов всегда стрелять, хоть вверх ногами, хоть в прыжке, хоть в сальтухе, хоть на ходу, хоть стоя, хоть ложись, хоть падай, он всегда готов. Альфа 390 позволяет набивать просто колоссальный урон каждый бой. При такой точности и стабилизации реализация каждого выстрела очень высокая. Вы не наносите урон только когда ВБР прикалывается, либо вы сами мимо прицелились. А так всегда наносится урон. И поиграл очередной раз на Е50 и за 10 чем-то боев получил там средуху, я даже боюсь сказать какую цифру, там около 4000. Поначалу, потом чуть-чуть упало до 3500, и это все на 9 уровне. И что не менее важно, что для использования этого танка вам не надо там тонна серебра на один бой. Вы ставите на этот танк доп паёк, вы заряжаете немножко голды и играете почти всегда на ББшках. За счет высокой реализации каждого выстрела в минус особо не уходит. Плюс, если еще поставить досылатель, стабилизатор и оптику, то вы еще будете светить благодаря оптике. Благодаря стабилизатору, конечно же, стабилизация будет просто шик. Ну и досыл просто будет досыпать ваши снаряды со скоростью света. И танчик просто бомбический. Даже имея на борту 2,5 перка, рандом просто трещит от этого танчика. Вот такая вот история. Год назад танк был охеренный, сейчас танк офигенный. Он всегда хороший. И не надо ничего париться. Да, перед ним ветка не очень легкая, но ее можно пройти без всяких свободок и всего остального. Танки вполне играбельные, хоть и проходные. Заодно и руки выпрямите. Потому что если не выпрямите, то ну будете мучаться на пантерах. Потому что если руки кривые, то на пантерах будет сложно играть. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.